Всем привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, я Дима и мой 5-литровый аквариум. Вот прошла еще одна неделя, и хочу вам показать состояние этого 5-литрового кубика на данный момент. Значит, что по воде? Вода перестала так желтеть, то есть потихоньку этот питательный грунт вымываться стал. Вот. Обычно после подмены она желтела там на следующий день уже. Тут уже прошло 2 дня, она чуть-чуть цвет поменяла, но не так. Вот, по растениям. Почвопокровка все еще продолжает сидеть на месте. Не вижу там какого-то резкого роста. Анубисы вроде растут, там даже начали разворачиваться вот в сторону сюда. В сторону лицевого стекла. Очень радует ключевой мох. Так классно попер, растет, ну, вообще супер, мне нравится. Вот, что еще? Крошечный ситняк сидит и тоже, как и почвопокровка, чего-то ждет, может быть, корни наращивает. Вот. Потом растение, которое вот тут вот в левом углу, да его уже не видно практически. Вот она, да, вот две стрелки. То, что я принес с Днепра. Тоже сидит. Там есть клубень какой-то, но он не прорастает. Вот. Не знаю. Уберу их, наверное, скорее всего, состригу. Вот, покажу вам сейчас поближе. Вот там это растение. Вот анубисы можно видеть, зелененькие. Ключевой мох. Вот смотрите, состояние на данный момент, поближе покажу. Как-то вот телефон желтит, а на самом деле светлее все. Не знаю почему так, может спектр лампы. Креветки растут, живут, вон они все три. Еще где-то четвертая должна была быть, ну не знаю, есть она или нет. Вот у этой красной неокоридинки, у нее даже икра есть, может она тут и потомство даст. Посмотрим. Так, вот он, красавец, ключевой мох. Скорее всего, буду его рассаживать на всю заднюю эту стенку. Будет прикольно. Вот, бабл потихоньку начал тут ноги коряги затягивать. Ну, сверху, вот, да. Мне тоже нравится этот островок сверху. Прикольно, он тут выпускает стрелки со спорами. И тут буцефаландра Silver Powder. Не знаю, вообще приживется она тут или нет, но она и не погибает, и ничего не происходит. Вроде даже один листик он там вылазит. Значит, может быть, приспособится. Вот. Что еще? Попал мне тут ламариопсис, вот он, слева, возле коряги. Пусть пока тут будет, посмотрим. По моллюскам. Моллюски один, второй вот тут запрятан. Вон там он белый, если увидите его, под анубисом. Живут пока. Я, кстати, удивлен. Все там, кто не заводил в аквариумах, они почему-то не выживали. Эти он живут, фильтруют. Все нормально. Посмотрим, как будет дальше. Вот. По освещению. Свет у меня дубасил целый день. С утра и до вечера. Я отключил эту функцию, теперь он у меня включается в 16:00 и выключается в 23:00, потому что началось немножко обрастание вот коричневой какой-то фигней, бурые водоросли, наверное, вот на трубках. Я отключил, неделю уже работает в таком графике с 4 вечера, но тем не менее, вот видите, коряга немножко волосатая, чем-то обрастает. Вот. Ну вот, в общем-то, по этому аквариуму все. Пока тоже также никаких не будет изменений. Через недельку сделаю очередной обзор, посмотрим, что наросло, что изменилось, вот, и что с водой, будет ли она светлее. Вот. Ну, я буду подменивать, еще на этой неделе разок подменю. Вот, я думаю, все будет нормально. Вот, на сегодня все. Если есть вопросы, задавайте. Кому понравилось, лайкайте. Подписывайтесь на канал. И всего вам хорошего.